есть еще простая студенческая жизнь. Простая студенческая жизнь в общежитии после учебы. Когда начинается? Завтра. Простая студенческая жизнь в общежитии начинается ночью. Да? А когда студенту нужна очень хорошая помощь и поддержка, кому должен в первую очередь бежать студент? К декану? К ректору? Нет. К старости? К коменданту? Холодильник. К холодильнику? Я понял, куда вам пора уже. Может быть, вы даже перепутали, здесь недалеко есть пищевой техникум. Там, наверное, холодильники полны. Нет. Когда уж совсем первый, куда вы должны знать двери, это, конечно же, студенческий совет. Потому что кто, как не ваши братья и сестры, вас выслушают, поймут и подскажут, в какую дверь и как нужно зайти. Потому что они чуть-чуть старше вас. Они совсем недавно были такими же первокурсниками, как и вы. Но уже проучились вы на них. Они уже знают все коридоры. Они уже знают, куда открываются двери. На себя или от себя. Как лучше, чтобы двери открывались? Каждому по-своему. В зависимости от результата, за которым вы пришли. Поэтому я хочу вас познакомить со студенческим советом военмеха. Ребята, вперед! Студсовет военмеха! Это председатель студенческого совета ООН. Виктор Печерский. Для того, чтобы вам точно так же на следующий год выйти и стать одним из участников студенческого совета, существует целая программа. И первая эта программа, это, конечно, школа студ-лидера, которая будет проходить в сентябре месяце. Не пропустите ее. Туда всего лишь могут выехать 100 человек. Отобрать этих 100 человек будет студенческий совет по анкетам. Анкеты вы получите в ближайшее время. Ну, я, может быть, опережаю события, может быть, об этом все скажет сам студсовет. Всем добрый день. Еще раз повторить, что мы такие же студенты, как и вы. И основная наша задача – помочь вам реализоваться, создать ваши проекты и привести сценах университета. Впереди нас ждет масса интересных проектов. Еще раз, один из них же – это ежегодный проект «Студ-лидер». Это будет первая ступенька вашей студенческой жизни. Вся подробная информация есть в наших социальных сетях. Сейчас я передам слово Кириллу, который подведет итоги конкурса. Добрый день еще раз. Все видели конкурс репостов в группе студенческого совета? Ну, более-менее. Значит, мы подвели итоги. Сейчас их огласим. Ребята, которые присутствуют здесь, пожалуйста, прошу выйти сюда. Которых нет, но они, значит, поздравили в 2 часа. Вот. Начнем с 3-го места. Кирилл Матвеев здесь? Присутствует? Нет, давайте тогда ко 2-му месту. Кирилл Ульянов здесь? Находится в зале? Ну как так получилось? Влад Семенов уже должен быть здесь 1-е место. Влад получает чехол военмеха. Значит, флаер на бесплатную толстовку в нашем магазине, ручку и браслет военмеховский. Поздравляем еще раз. Подождите, юноша, подождите. Скажите, что вы там такое сделали? За что вы получили это все? Я сделал репост записи в ВКонтакте. И все. А из какой группы? А-472. Ага. Здесь есть эта группа? Значит, он вам покажет путь в магазин военмеха, а если его жетончик разделить на 10 человек, то у каждого будет 10% скидка. И у вас у всех будет толстовка. Согласны? Вы поделитесь? Конечно. За этим никто не тянул. Спасибо.
Вы говорите, у вас там что-то осталось? Еще объявите победителей. Ребят, кто пользуется айфоном? Поднимите руки. Согласно правилам внутреннего распорядка, айфонами пользоваться в военмехе запрещено. Кто смелый сюда подойдет и получит три человека? Первый, кто подойдет, получит чехол для телефона. Студсовет, отойдите на, пожалуйста. А все, кто вышли на красную линию, будьте добры. Там вот в последнем ряде кто-то бежал, не добежал. Ну давай, бегом. Я же для тебя держу это все. Смотри, из середины побежал хитрый. Ну давай. Спорткафедра рядом. Скажите, сколько вы там троих хотели? Хотели. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Из семерых сейчас осталось трое. Я задам несколько интересных вопросов. Интересно, когда вы поступали, хоть что-нибудь узнавали о высшем учебном заведении, которое называется Балтийский государственный технический университет военмех имени Михайловича Устинова? У меня вопрос будет первый. Скажи, пожалуйста, кто такой Устинов? Спасибо. Маршал Советского Союза. Вы уверены в этом? Так точно. Это все, что вы можете сказать? Он основал этот вуз. Да что вы? Да. Оба, спасибо. Он учился в этом вузе. Да что вы? Да. А кто он? Он основатель. А как его имя, отчество? Михайлович. Да что вы? И кто он был? Какая его наивысшая ступень на посту государственной лестницы? Союза. Это воинское звание. Ну, это ученик непосредственно самого военмеха. Вы чуть-чуть присядьте, мне так неудобно. Когда мы делали склад, я слышал. Скажите, какую наивысшую степень государственной лестницы он достиг? Я могу только сказать, что он маршал Советского Союза, к сожалению, почти. А вот там чей-то женский голос красивый был. Можно эту девушку сюда? Девушка, чуть быстрее. Бегом, бегите, бегом. Да бог с ней сумкой, я уже давно... Встречайте ее! Бегом, давай, бегом! Я не знаю, вы это были или нет, но вы нам сейчас все расскажете. Кто такой Устинов? Министр обороны. Это все, что вы можете сказать, прочитав? Нет. А что вы еще можете сказать? Ну что ж, и так у нас вроде появилось три победителя. То есть вы считаете, что вы не победитель? Вы единственные, которые назвали его должность, действительно. Это министр обороны Союза Советских Социалистических Республик Дмитрий Федорович Устинов, маршал Советского Союза, выпускник военмеха, а не основатель военмеха, и которому имя присвоено не случайно. Почему именно это учебное заведение носит его имя, об этом, пожалуйста, почитайте внимательно в истории нашего высшего учебного заведения. Ну что ж, так кто себя считает победителем, шаг вперед. Хорошо, ладно. Как-то вы же ничего не сказали, а? Так, вы считаете себя победителем? Нет, давайте по-честному. Да, те, кто не считает себя победителем, всего доброго, к сожалению, спасибо. Да, конечно, что ж вы делаете. А вы себя считаете победителем? Можно чуть-чуть, а то я там не пройду. Из четырех выбираем двоих. Вручите, пожалуйста, подарок девушке. Ну, хоть
уж такие смелые, тогда второй вопрос. Скажите, пожалуйста, а сколько лет Военбекову исполнится в 2017 году? Случайно говорю, исполнится, потому что это еще будет. Подождите. 85. Ага. 100 лет. Так. 85. Так. 85. 85. Большое спасибо. Я думаю, что вы достанете и доживете. Да, и будете там первокурсником. Это будет через 15 лет. Сколько итого? Понял, еще математики столы. Удачи вам, вперед учиться, да, всего доброго. Это не значит, что вы уже отчислены, нет, но... Ну, поскольку два подарка осталось, тогда у меня последний вопрос. Я думаю, что мы сейчас все представим. Скажите, просто, а какой самый главный праздник отмечается в Военбекове из календарных, да, из, да, праздничного календаря? 23 февраля. Ага. Я боюсь спросить, что это что за праздник? День защитника Отечества. Ого, хорошо. А ваши где все? Юбилей Военбекова. Ну, каждый год. Ну, главный праздник. Для Военбекова. Каждый год. Ну, не каждый. А из праздничного календаря? 23 февраля. Ага. А вы как думаете? 12 апреля, День космонавтики. Спасибо большое. Спасибо большое. Сейчас. Действительно, два очень серьезных праздника, если мы говорим о Военбекове, это День космонавтики, потому что Военбек закончила 5 космонавтов России. 5. Я, если сейчас буду спрашивать, то вы, конечно, может быть, назовите только одного, да? Юрий Гагарин. Закончили военмех. А вы так сказали, да. Там студсовет подсказывает, но тем не менее, постарайтесь на них равняться, потому что совсем недавно еще один выпускник военмеха был зачислен в отряд космонавтов. Ну, коль вы уж победили, откуда вы родом? Я из Железногорска, Красноярский край. Далековато будете. Получайте один чехол, а то два. Что-то вы ему много даете. Это мне чем-то напомнило знаменитый кинофильм. Так. Студсовет, все? Ну что, тогда до встречи на школе лидера. Да? Школа лидера будет в сентябре. Это выезд в среду, приезд в четверг с ночевкой в двухместных номерах, с шикарным питанием и очень большим количеством работы. Для тех, кто поедет. Всего 100 мест. Ну что ж, обращайтесь в студсовет, они вам помогут, одно из мест для вас сделают. Спасибо большое, студсовет Военбекова!